Ищите кровельные материалы, собственное производство, великая мультики профнастила, а также доборных элементов. Все это по выгодным ценам и вашим размерам. Короткие сроки изготовления. Адрес Угловского, 3, вход в гостиницу «Айсберг», офис 5, а также улица Пушкина, дом 126. Можно ли перевести ребенка на дистанционный формат обучения? В настоящее время все школы работают в обычном очном формате. Но некоторые родители обращаются с просьбой перевести их детей на дистанционный формат обучения. Решение об использовании дистанционной формы обучение должно быть обосновано. Напомню, что обучающиеся школ не входят в группу риска по заболеванию COVID-19. Поэтому только для заболевших детей и контактных лиц среди детей мы рекомендуем использовать дистанционную форму обучения. В данном случае я рекомендую обращаться непосредственно к руководителям школ, где обучается ребенок, и совместно решать вопрос о целесообразности смены формы обучения и использовании методов обучения ребенка. Но на сегодня Роспотребнадзором и Министерством просвещения рекомендовано организовывать процесс обучения детей в очном традиционном формате. Использование дистанционного формата повсеместно считаем нецелесообразным, так как это может привести к двойной нагрузке на педагогов, потому что необходимо разрабатывать отдельный учебный план для детей на дистанте. Также возрастает нагрузка на детей, так как большую часть материала приходится изучать самостоятельно. И возрастает ответственность родителей за контроль освоения материала детьми и выполнение домашнего задания. Поэтому пока есть возможность обучаться очно в школе и риски для детей минимальны, мы призываем посещать школу и осваивать учебный материал в традиционном формате.